правой стороны в Google Chrome есть у нас три точки с правой стороны. Также у нас есть здесь дополнительные инструменты и есть расширение. Нам нужно сюда. Мы нажимаем на расширение. Заходим на эту страничку, и с левой стороны вверху у нас есть такие полоски и есть у нас такая вкладка «Открыть интернет-магазин Chrome». Мы идем туда. Нам нужно в интернет-магазин. Мы идем скачать приложение для того, чтобы у нас включался VPN. И здесь в поиске по магазину мы пишем вот такое расширение. Название самого расширения. Оно называется «Browsic VPN». Так и пишем. Написали «Browsic VPN», вот оно вышло. И здесь вот нам нужно кликнуть именно по этому расширению. Вот с таким зеленым земным шаром. Кликаем сюда и нажимаем «Скачать для Chrome». У меня оно просто установлено, а вы нажимаете «Установить». Это можно сделать и на мобильных телефонах, это можно сделать и в любом браузере, которым вы пользуетесь. Нажимаете, и оно у вас появляется. Я показываю на браузере Google Chrome, вы можете в своем браузере попробовать. И появится вот такой вверху земной шар вашей панели. Вначале оно может быть скрыто, поэтому нажимаете на вот эту кляксу, расширение здесь, и ставите напротив него вот такую закрепочку, чтобы он был в закрепленных, чтобы он у вас отображался. Вот он есть в списке, и нажимаем на эту скрепочку, то есть так он удаляется, видите, с инструментов, а так он добавляется. Так удаляется, так добавляется. Вот он появился, и теперь он есть. И все, что вам нужно, это просто его включить. Нажимаете на него, и вот кнопка есть «Включить-выключить». Красное выключено, зеленое включено. Красное выключено, зеленое включено. Страну можно поменять. Здесь бесплатно можно пользоваться VPN с Нидерландов, Сингапура, с Великобритании, США и Австралия. Бесплатно. Нажимаете на любую страну,